Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Артем Грозов, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії «Опозиційний блок», член постійної депутатської комісії з питань бюджету. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Артем, ну, собственно, есть несколько достаточно важных и актуальных тем. Одна из них – ситуация, которая развивается уже не один месяц. В принципе, ситуация непростая и связана с установкой Николаевгазом подомовых счетчиков учета газа на высокоэтажных, на квартирных домах. Собственно, история началась несколько месяцев назад. Граждане, собственно, потребители газа как-то не поняли всей этой истории, начали протестовать. В соответствии, ну как бы реагируя на протесты граждан, Николаевский городской совет еще летом, в июне, по-моему, если не ошибаюсь, принял решение, ну как минимум обратиться в Кабмин как-то за разъяснениями ситуации и запретить Николаевгазу на данный момент, собственно, продолжать установку. Но установка продолжается, ну и, собственно, как-то вся эта история развивается. Какова она сегодня? Что сегодня? Сегодня ситуация остается на том же месте, на котором она была и в момент после того, как был введен запрет. То есть Николаевгаз, несмотря на запрет Николаевского городского совета, продолжает попытки установить подомовые счетчики. Значит, жильцы продолжают противостоять этому, соответственно, вызывая депутатов по округу, привлекая всех, вызывая полицию. Зачастую этот процесс у нас проходит с конфликтом, скандалом и уже даже вот в некоторых случаях с рукоприкладством. То есть ситуация остается нерешенной на сегодняшний день, и она достаточно острая, потому что в последнее время у нас еще ко всему тому, что устанавливается счетчик, у нас добавилась проблема того, что в случае отказа от установки счетчика людям начисляется по граничному тарифу. Значит, и получается, что 125 гривен с человека при наличии газовой плиты. Значит, то есть это колоссальные деньги. При том, что обычный тариф там, в районе 36-37. Давайте так, немножко то, что называется по частям. На сессии Николаевского городского совета, которая вот, собственно, очередное пленарное заседание закончилось, собственно, вот на днях закончилось, там эта тема поднималась. На сессию был приглашен представитель Николаевгаза, ну, скажем, те, кто следили за вот этим диалогом между депутатами городского совета и представителями Николаевгаза, сложилось впечатление, что как-то не нашли общего языка. Не нашли общего языка. Какое решение приняла сессия? Сессия приняла сейчас промежуточное решение, потому что Николаевгаз ссылается на какие-то нормативные документы, на законы, на акты, на постановление Кабинета министров, да, ну, то есть не предоставляя на рассмотрение депутатов, просто называются статьи, ссылки там и так далее. То есть у депутатов не было возможности там ознакомиться с этим статьей. Поэтому было принято решение, что, значит, сейчас депутатам в комиссии будет предоставлена вся информация, и комиссии будут изучать документы, на основании которых Николаевгаз принял решение устанавливать. Значит, однако уже вчера, я в частности поднял закон, да, на основании, мы же понимаем, что ни один подзаконный акт не может противоречить закону Украины. А закон Украины, мы берем закон Украины про забезпечення комерційного обліку природного газу. И тут в первом же абзаце написано, что цей закон визначає правові, економічні та правові, економічні та засади забезпечення всіх категорій споживачів природного газу з метою запровадження повного обліку природного газу. Тобто слово споживачів. Тобто вони забезпечують. І далі одразу же перша стаття, де визначення термінів, пункт 4, где есть расшифровка, что споживачи природного газу – это физические особи підприємці и юридические особи, які користуються послугами газопостачання на умовах договору. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что никак дом не может являться этим самым споживачем, да, то есть потребителем. На каком основании тогда устанавливается на дом? То есть, пожалуйста, если вы заходите к споживачу, то есть в отдельную квартиру, у кого есть договор с Николаевгазом, устанавливайте, пожалуйста, жители не против абсолютно, устанавливайте по квартире. Вся история же здесь заключается именно в том, что физически Николаевгаз не успевает обеспечить установку
счетчиков споживачам, как это предусматривает закон, до 1 января 2018 года. И, соответственно, они нашли такую лазейку, поскольку в законе нет слова там поквартирно или по домово, они решили таким образом, ну это я считаю, что это ну как бы хитрость такая, которая в общем-то в данном случае, если разобраться в терминах, то противоречит законодательству. Хорошо. Ну, нельзя сказать, что Николаев Газ молчит по этому поводу. Например, в том числе и в этой студии, ну, еще тепло было точно, не помню, это уже был сентябрь, либо еще было лето, но в этой студии был руководитель Николаев Газа, господин Стыгней, и он, собственно, вот по этому поводу, очевидно, и представителей компании ситуация беспокоит. Понятно, что вот, собственно, конфликты, которые перманентно возникают, ну, не могут их не беспокоить. Он пришел в студию, чтобы разъяснить гражданам. Он тоже не скрывает. Он говорит, да, не успеваем установить поквартирный учет. Да, есть жесткие сроки, в которые компания должна обеспечить некий учет. Он также абсолютно честно в тот момент сказал, что те, кто будет отказываться от установки подомового учета, получат очень, так скажем, платежки, от которых будет больно. Ну, поэтому лучше соглашайтесь. Уже имеем прецеденты. Уже имеем прецеденты такие, да. Поэтому, собственно, я вот этот разговор с вами веду по какой причине. Во-первых, оппозиционный блок, когда в июне инициировал, собственно, и запрет инициировал. Вы один из тех активных депутатов, кто непосредственно этой темой занимаетесь. Но я не знаю, в конце концов, можете получить обвинение в свой адрес, что вы специально бодоражите людей, то, что называется. Вот. А потом людям же будет хуже, потому что придется платить больше. Значит, ну, дело в том, что согласно закону о статусе депутата местных советов, депутат обязан защищать интересы своих избирателей, граждан на округе и на территории громады. Поэтому, соответственно, я не могу не реагировать на обращение жильцов. А жильцы обращаются, потому что жильцы понимают, что ну, это абсолютно несправедливая установка счетчика, когда мы говорим о том, что значит, в доме может проживать один человек, а прописан быть один человек, а по факту там может в квартире, а по факту там может проживать 5 студентов, там, да, и, соответственно, газа они будут расходовать больше, а платить за это будут соседи, то есть жильцы дома, которые не имеют к этому отношения. Поэтому, естественно, жильцов эта ситуация, ну, мягко говоря, напрягает, возмущает, и они обращаются к депутатам. Что характерно, господин Стыгней, мы проговаривали в том числе эту ситуацию, и он признает, что да, фактор несправедливости в отношении граждан иных, проживающих в доме, но не имеющих индивидуального учета, да, так и сказано, он имеет место быть. Но если отказаться от подомового учета, будет ей все равно хуже. И есть уже на сегодняшний день хуже. Естественно, что депутаты оппозиционного блока, да, я думаю, весь городской совет будет разбираться в этой ситуации и отстаивать интересы горожан в этом случае. Потому что ну, нельзя допустить, на мой взгляд, да и вообще, в принципе, если разбираться, если сам представитель или руководитель Николая Газа признает, что это несправедливость, ну, тогда однозначно мы будем бороться. На сегодняшний день есть, я знаю о том, что комиссией по ЖКХ было принято решение поручить депутату Гусева, моему коллеге тоже от оппозиционного блока, значит, подготовить обращение в суд именно как раз по этому вопросу. Я думаю, я не знаю, на какой стадии сейчас находится подготовка, то ли может быть уже передана в суд, но, по крайней мере, работа в этом направлении ведется. Мы с вами можем вспомнить, был такой прецедент в прошлом году, значит, когда предприятие, другое предприятие монополистов, был Теплоэнерго, да, пломбировали запорную арматуру. Было обращение в антимонопольный комитет, и антимонопольный комитет принял решение, значит, запретить им это делать. То есть сейчас мы надеемся, что будет решение суда, которое все-таки расставит все на свои места. Соответственно, будем добиваться того, что вот люди, которые пострадали в результате от действия Николаев Газа, да, чтобы им было компенсированы их затраты и нанесенный им ущерб. Потому что на сегодняшний день уже действительно есть прецедент, что приходят платежки с сумасшедшими совершенно цифрами, которые, ну, как минимум, люди, получающие пенсию, ну, будут отдавать верно. И всю. Это, и это же только за газ. Это только за газ. Хорошо. В таком случае, как себя гражданам вести? Во-первых, если приходят сотрудники Николаев Газа для того, чтобы устанавливать все-таки подомовой счетчик газа, как людям себя вести? Как людям себя вести с вашей точки зрения, если люди получают, вот, собственно, уже новые платежки? Там, где официально отказались от установки подомового учета. Значит, ну, отвечая на первый вопрос, я скажу, что
Своим избирателям я оставил свои личные контакты, и в случае, когда приезжает Николай в ГАЗ, жители обращаются ко мне, я приезжаю на место сразу же, там, в течение 50 минут, ну, сколько мне надо на дорогу, сразу же приезжаю для того, чтобы урегулировать этот вопрос. Первое и самое главное, значит, с чем мы столкнулись. Николай в ГАЗ, ну, то есть сотрудники Николая в ГАЗа в случае отказа от установки счетчика дают людям подписать акт об отказе. На самом же деле это никакой не акт об отказе, а в акте в этом четко написано акт про порушение газового кодекса. То есть люди заведомо подписывают, что они нарушают кодекс и соглашаются уплачивать вот этот максимальный размер тарифа. Тарифа, да, значит. На сегодняшний день, ну, мой личный совет, и пока это единственный выход, значит, до установки, значит, не подписывать никаких документов. Никаких документов Николаю ГАЗу, никаких актов не подписывать. В случае, если Николаев ГАЗ готов зайти, то есть, пожалуйста, споживач не відмовляється, если говорить украинской мовой, то не відмовляється від установки. Пожалуйста, входите в квартиру и мне, как потребителю, устанавливайте счетчик. Я не отказываюсь. То есть никакого акта от отказа не надо подписывать, потому что, во-первых, дом не является потребителем, как мы уже выяснили, да, и как можно подписать акт о том, что мы отказываемся от установки счетчика. Во-вторых, я всегда первый вопрос, который задаю сотрудникам Николая ГАЗа, ну, то есть предоставьте, пожалуйста, разрешение собственника на установку. Собственник дома, в частности, да, является либо ОСНД, то есть юридическое лицо, либо это Николаевский городской совет. То есть такого разрешения Николаевский городской совет не давал, и, соответственно, у них такого документа быть не может. Ну, а далее мы вызываем полицию, и полиция составляет там протокол на какие-то на нарушения, решения сессии, да, и так далее. Пока, ну, вот такой выход. Что же касается того, что делать, когда уже получили платежки, то, как я вот ранее сказал, депутаты городского совета будут максимально прилагать все свои усилия для того, чтобы вот этот вопрос разрешился и чтобы людям компенсировали эти потери. Но на сегодняшний день есть только два варианта. Либо платить по этой платежке, либо все-таки обращаться в суд и добиваться решения. Ну, соответственно, и депутаты... Я вот слушаю вас, я сам даже себе задаю вопрос. Хорошо, а какой статус, ну, даже вот если люди под неким психологическим давлением подписывают акт об отказе, а какой статус подписанта? Кто делегировал ему право от имени дома подписывать этот документ? Ведь это же важно на самом деле. Ну, то есть статус человека, вот если даже, вот я еще раз говорю, люди протестуют против установки, представители Николаев ГАЗа, оказывая некое психологическое давление, заставляют их подписать бумагу и говорят, мы сразу уедем. Все, человек подписывает, и что? Он кто? Вот он подписал в качестве кого? Ну, кто делегировал ему право? На самом деле это очень хороший вопрос, и вот сейчас я вот об этом тоже подумал, и ведь подписывает человек как представитель дома. Дом не является, опять же, дом не является потребителем. То есть, соответственно, получается, акт подписывает там 2-3 человека. То есть, получается, что у нас 2-3 потребителя отказались, да, ну, то есть, если думать логически. У меня, к сожалению, сейчас нет перед глазами этого акта. И так я затрудняюсь по памяти вспомнить, как... Каковы формулировки? Какова формулировка, да. Ну, то есть, если размышлять логически, то получается, что 3 споживача у нас отказались от установки, а причем здесь все остальные, непонятно. Ну, то есть, вот, да, это на самом деле очень хороший вопрос, на него надо будет обратить внимание. И вот сейчас... Но наверное, в любом случае ждем обращения, соответственно, в суд. Специально уже делегированных депутатов, да, городского совета, и надеетесь разрешить эту ситуацию по аналогии, как она разрешилась с Николаевым облтеплоэнерго. Ну, там было с антимонопольным комитетом, здесь суд. Да, я надеюсь, и я, в общем-то, думаю, что так и произойдет. Ну, потому что здесь налицо эта несправедливость, и ее надо урегулировать. А что, извините, в других областях? Ведь я не думаю, что ситуация в Николаеве, Николаевской области... Каким-то образом, я не знаю, выходили на контакт с коллегами? Как эта проблема решается, не знаю, в Херсоне, Одессе, Запорожье? Там? Значит, я вчера задавал этот вопрос представителю Николая ГАЗа на сессии, уже после того, как она закончила доклад. Значит, и вот мы уже в личной беседе, значит, выяснили следующее. В Херсоне продолжается установка индивидуальных счетчиков, поскольку в Херсоне уже было установлено достаточно большое количество счетчиков. И то есть спокойно Николаев ГАЗ справляется со своей инвестиционной программой, поэтому они продолжают и закончат все как положено в указанные сроки. Что же касается Одессы, то там ситуация такая же, в общем-то, как и в Николаеве, только ну, это как-то не встретило такого ожесточенного сопротивления от жителей. Может быть, они
Ну, я не знаю, по каким причинам это происходит. Но там тоже существует такая практика установки подомовых счетчиков, общедомового счетчика. Но таких каких-то волнений на этой почве не возникает. У нас же вот ситуация сложилась таким образом, что жильцы крайне против. Я неоднократно уже слышал о том, что вот Херсон обогнал Николаева здесь. Херсон Газ справляется с инвестиционной программой, в отличие от николаевских коллег. И вот цифры, озвученные вчера, опять же, исключительно в личной беседе, да, что на сегодняшний день, если устанавливать поквартирно, то там порядка 55 тысяч счетчиков необходимо установить. Своими силами и даже с привлечением там, подрядных организаций, Николаевгаз может установить порядка 14 тысяч в год. То есть физически они не могут установить это необходимое количество счетчиков, а соответственно они не выполняют распоряжения и там до 1 января 2018 года обеспечить всех потребителей счетчиками, ну, приборами учета газа, то, соответственно, они будут привлечены к ответственности, и на них будут наложены там, определенные санкции, предусмотренные законом. Естественно, они не хотят на эти санкции как бы попадать, и, соответственно, вот, находят вот такие лазейки, которые, где законодатель оставил окошко, вот этим манипулируют. Хорошо, ждем разрешения ситуации в любом случае. Еще одна проблема, которую хотелось бы с вами обсудить, это проблема приватизации, ну, комнат, наверное, так. Комнат, приватизации комнат, в которых проживают жители общежитий. В принципе, тоже история достаточно длительная. Ей уже не один год. Там как бы были некие подвижки. Были периоды времени, собственно, уже в новейшей истории Николаева, когда история-то сдвигалась с мертвой точки, люди получали ордера на свои комнаты. Теперь она опять застопорилась. Вы один из тех депутатов, которые активно также занимаетесь, то, что называется, тем, чтобы эту проблему сдвинуть. Что происходит? Почему остановка? Ну, проблема заключается в следующем. Действительно, уже сейчас я понимаю, что проблема эта возникла достаточно давно. И изначально она появилась там сразу с принятием закона, когда разрешили приватизировать комнаты в общежитиях. Но разными способами она там решалась в разных каденциях, по-разному. Какие-то находили там способы ее решения. Я не буду углубляться в них, потому что все они, ну, мягко говоря, там имели ну, какой-то... Ну, на что-то приходилось закрывать глаза. На что-то, да, на что-то. То есть, условно говоря, была политическая воля. Да, именно вот так. То есть, было понимание, что нельзя остановить этот процесс полностью, потому что это сразу же противоречит Конституции Украины. То есть, людям не дают возможности реализовать свое конституционное право иметь жилье. То есть, Конституция у нас является высшим актом. И поэтому высшим документом юридическим, имеет высшую юридическую силу, и поэтому ну, противоречить Конституции мы не можем. Однако есть вот такая сложность. Вот сейчас она возникла в связи с тем, что у нас пришел новый человек на должность главного архитектора. Значит, ну и, соответственно, проблема поднялась с самого дна, так сказать, вышла на поверхность. С момента прихода главного архитектора Анны Анатольевны Полехи, значит, просто прекратился прием документов на приватизацию. Причем мы знаем, что во многих общежитиях же уже есть половина комнат приватизированных, и тут же у соседа, значит, она не приватизированная. А есть даже такие случаи, когда часть уже узаконена, а там часть коридора, вот, которая там, ну, просто человек не успел там в силу каких-то объективных причин там, да, подать документы в прошлом году и подал сейчас, да, в прошлом году ему узаконили, а в этом году уже, значит, вторая часть остается незаконной. Причем у нас же нет ответа от главного архитектора, да, я изначально хотел получить ответ, то есть просто понимать, что людям в этой ситуации нужно делать. Там был разговор о том, что я заставляю, значит, подписывать документы. На самом деле это не так. Мое предложение заключалось именно в том, что нам нужно разработать механизм, законный механизм, для того, чтобы разблокировать эту проблему в принципе. В городе на сегодняшний день, вот, допустим, только там на балансе КП «Гор» тоже так находится 42-43 общежития. Ну, а есть и еще как бы и другие, да, то есть это достаточно большое количество. И ну, там проживают, мягко говоря, ну, такие семьи, которые социально незащищенные, не имеющие своего жилья, и они там ютятся в небольших коробочках там, по 12 метров семьями 3-4 человека с маленькими детьми.
Вот. Естественно же, жители же хотят улучшить себе условия проживания, да, там где-то отгородили себе, там поделили между, вот это, в частности, общежитиях блочного типа, разделили туалет на, там, на три семьи, да, разделили его, и каждый пользуется своей частью. Где-то там душевую, ну, то же самое происходит. Соответственно, если такие перепланировки происходят в рамках вот этого блока, не меняя границ и не присоединяя там территорию за счет вспомогательных помещений, то здесь никаких вопросов нет. То есть нет самозастроя, БТИ изначально выходит, да, на место, смотрит и говорит, здесь нет незаконной застройки, то есть не нарушены несущие конструкции, не нарушено там водоотведение, там, по коммуникации, значит, нет угрозы для целостности здания. Соответственно, нет самозастроя, и процесс, в общем-то, идет по своей, ну, как положено. Только возникает присоединение территорий, значит, сразу же возникает вопрос, что мы здесь должны получить техническое заключение, независимую экспертизу о том, что не нарушены несущие конструкции, закон нарушает, закон запрещает нам нарушать несущие конструкции, там, перепланировать за их счет. Значит, мы получаем техническое заключение о том, что не нарушены несущие конструкции, водоотведение, канализация, газ, ну, там, все коммуникации. Значит, и что, опять же, не несет эта перепланировка, не несет никакой угрозы целостности зданию. Также жильцы получают же, соответственно, подписи своих соседей о том, что никто не возражает там присоединение территории. И в конце всего этого процесса мы должны получить подпись главного архитектора, то есть управления архитектурой, о том, что они не возражают. Вот. После чего уже там идет процедура приватизации. Ну вот на этом этапе мы остановились именно на том, что просто не принимались документы. И вот у нас есть гора обращений уже на сегодняшний день, они же поступают и поступают, и дальше продолжают поступать. Вот она, эта гора растет, а проблема не решается. На сегодняшний момент уже после длительной переписки со всевозможными службами города, мы с некоторыми управлениями мы нашли общий язык и уже общаемся, и есть понимание того, что проблему разблокировать необходимо, ну, потому что так не может продолжаться. Людям надо дать возможность реализовать их право. Вот. На сегодняшний день было такое предложение собраться всем за одним столом, всем управлениям, которые так или иначе связаны с этим процессом, и администрации районные, и управление коммунальной собственности, мэр города, я как представитель жильцов, управление архитектуры во главе с главным архитектором. И все-таки прийти к какому-то решению, чтобы законом, я хочу подчеркнуть, чтобы, ну, потом не говорили, что депутат Грозов заставляет архитектуру, значит, нарушать закон. Найти законное решение этого вопроса и дать людям возможность реализовать их право. Сейчас я со своими коллегами по фракции, в частности, мы готовим проект решения потом по опыту других городов, как вот из этой ситуации выходить. А что, кстати, у соседей? Ну, коль вы ссылаетесь на опыт других? Нигде вот такой проблемы на сегодняшний день не существует. Сейчас вот мы как бы связываемся с соседними городами, поэтому, ну, вот я сейчас прямо вот их всю процедуру рассказать не могу, потому что это мы только вот занялись изучением их опыта. Но я могу сказать, что вот у нас, в частности, да, управление архитектуры говорит, значит, жильцам обращайтесь в ГАСК. Значит, ГАСК вам даст заключение, и тогда будет все хорошо. Но проблема ведь заключается в том, что в ГАСК имеет право обращаться только собственник. А так как жильцы не являются собственниками, то, соответственно, и обращаться в ГАСК они не имеют права. Но если мы говорим о, например, коммунальных общежитиях, собственником, опять же, является громада. Да. Городской совет. Городской совет. То есть, соответственно, городской совет может обращаться в ГАСК. Да, городской совет может обращаться Но в ГАСК. Но речь идет о большом количестве общежитий. Об огромном количестве общежитий, на многие из которых нет ни технических паспортов, где очень много не соответствует планам, то есть все давно перепланировано, и проблема уже еще, она же не взялась ниоткуда. А когда общежития передавались на баланс города, то большая часть этих перепланировок уже была выполнена. То есть тогда, принимая на баланс, город закрыл глаза. А сейчас, получается, вот эту проблему переложили на плечи жителей. То есть говорят, ну, мы там не обратили внимания, мы себе это взяли, а вы, значит, уже теперь разбирались с проблемой, как хотите, идите в ГАСК. Да?
а как же они могут это сделать, если, опять же, собственник Миколаевская Миськара, да? То есть я считаю, что здесь нужно провести инвентаризацию, это очень объемный процесс, привести в порядок документацию, сделать технические паспорта, а это тоже не дешевое удовольствие. Если жильцы пойдут делать технические паспорта, он же не делается на одну комнату, да, делать на все общежитие. Это достаточно немаленькие цифры. Вот. То есть нужно провести комплексную работу. Это уже можно было начать делать с самого начала, когда всплыла эта проблема. Однако у нас вот как-то так сложилось, что диалога с управлением архитектуры у меня, в частности, не вышло. Вот. Очень жаль, конечно, я бы с удовольствием наладил этот диалог, потому что от нашего общего решения зависит, будет ли решен этот вопрос или не будет. А чиновник, на мой взгляд, он, в общем-то, обязан защищать интересы граждан, а не просто закрыться. Хорошо, у вас уже прозвучало, что сейчас готовится некий проект решения сессии Николаевского городского совета, вот непосредственно по этому вопросу, да? Да, мы с моим коллегой в этом вопросе, в частности с депутатом Яковлевым, разговаривали об этом, о том, чтобы сесть за разработку проекта, буквально в ближайшие дни. Сейчас меня пригласили, я получил письмо от мэра, это ответ на мой запрос, что в ближайшее время будет проведен круглый стол, и мне предлагают, надать мои пропозиции, что касается решения этого вопроса. Александр Федорович указал дату? Нет, Александр Федорович дату не указал. Я очень надеюсь, мы разговаривали с Александром Федоровичем, я был у него на приеме, и мы говорили о том, что в ближайшем времени эта дата будет вот сейчас. После того, как сейчас мэр дал поручение всем службам разработать свои пропозиции, и я думаю, что эта встреча состоится сразу после того, как он получит предложение от всех служб, в том числе, наверное, и от меня. Вот. И сразу же я постараюсь максимально быстро свои подготовить предложения. Надеюсь, что все так же. У меня был разговор с начальником управления коммунальной собственности. Они тоже готовят свое видение решения вопроса. И другие управления тоже. Главное, что на сегодняшний момент есть понимание, что проблему необходимо решить. То есть она не должна оставаться. И будем также надеяться, что это все не будет откладываться в долгий ящик, потому что речь идет, собственно, о сотнях николаевцев. Сотнях, горах документов. Уже я знаю, что более 200 заявлений на сегодняшний день есть. Если в тот момент, когда я узнал об этой проблеме, когда ко мне обратились жители, то там было порядка 70-80 обращений, то сейчас их уже порядка более 200. То есть мы можем констатировать, что с каждым днем количество желающих приватизировать свои комнаты в общежитиях растет. И формула, по которой это необходимо делать, она отсутствует на сегодняшний день. И помимо того, что количество растет, еще же и растет недовольство граждан, которые не могут реализовать свое право. Хорошо. И подводя итог разговора, так называемые депутатские деньги. На выполнение своих депутатских полномочий все депутаты городского совета получают некую сумму денег из городского бюджета. Наверное, это не совсем корректная формулировка «получают», а, скажем так, предлагают соответствующим службам внести, скажем так, в кошторис. Депутат дает свои пропозиции. Да, по поводу того, какие проблемы можно решить в неких границах финансов. Да. Дело-то к концу года. Как проблемы, которые депутат Грозов обозначил, в какой-то момент, насколько их удается решать на вашем округе? Учитывая то, что округ, в принципе, непростой, достаточно много высокоэтажной застройки, а там проблемы всегда известны. Крыши. Да, крыша. Основная. И состояние подвалов, и, собственно, коммуникаций, которые в них находятся. Основная проблема – это крыши, потому что она у нас не решалась долгие годы. Она каким-то образом решалась, но, может быть, темпы и качество решения оставляли желать лучшего. Она решалась в основном за счет поточных ремонтов, причем там, учитывая, что никто эти ремонты не контролирует, с чем, в общем-то, и я столкнулся на сегодняшний день, сейчас я об этом расскажу, конечно, у меня, в частности, на моем округе, это крыши. Да, у меня в основном два вида домов, это пятиэтажки и девятиэтажки. Больше проблем, конечно, в девятиэтажных домах. И крыши там в некоторых домах находятся в очень плачевном состоянии, где, дом протекает там чуть ли не до шестого этажа. С девятого насквозь до шестого. Я был в этих квартирах, и ко мне постоянно приходят люди на прием, и так звонят вне приема, я прихожу к ним домой, естественно, смотрел.
Значит, что касается депутатских денег, как правильно сказали, да, на самом деле, ну, никто из депутатов эти деньги никогда не видел, не держал и не увидит. Это некая сумма, предусмотренная бюджетом города, где депутат дает свои предложения по поводу того, куда департамент финансов перечислит в рамках этой предусмотренной суммы там, какое-то количество денег. Что касается таких вопросов, где, значит, там что-то приобрести, там где-то помочь там каким-то объектам, да, библиотекам и прочим, то здесь вопрос решился буквально быстро, все было в июне месяце еще сделано и решено. А вот вопрос, я знаю, не только у меня возникла, кстати, проблема с этим делом. Значит, в частности, вот в июне я перевел часть депутатских денег, на моем округе есть два предприятия жилищного хозяйства. Значит, это ЖЭК «Заря» и ЖКП «Пивдень». Значит, ну и, соответственно, в ЖКП «Пивдень» два ЖЭКа, ЖЭК-17, ЖЭК-15. Значит, соответственно, это длительная процедура, когда там накапливается количество материалов, тендер, прозора и так далее. Но я точно знаю, что закуплены материалы уже все. Все материалы закуплены, и там, где нужно выполнить там ремонт подъездов, то, в принципе, это ждет. Можно ремонт подъезда делать и в ноябре, и в декабре, но не будет никаких, в общем-то, больших проблем. А вот что касается крыш, то на сегодняшний момент, буквально 2 недели назад у меня на округе только приступили к ремонту крыш. А погода, мы с вами видим, уже у нас был первый снег, сегодня у нас идет дождь. То есть... Ну и по поводу подъездов, я бы тоже, тут, собственно, конец года, конец бюджетного года в том числе. И там, условно говоря, не с 12-м ударом курантов, но в какой-то момент, да. Как говорится, там... карета превращается в тыкву. Там... Деньги. Там эта проблема решена уже хотя бы потому, что приобретены материалы. То есть у нас есть материалы, и мы, значит, потом берем и делаем. То есть здесь делается силами работников ЖЭКа ремонт. А когда мы говорим о ремонте крыши, то тут подрядная организация. Соответственно, заключается договор и оплачиваются работы, да, этим людям. И вот сейчас, вот, в частности, у меня на округе, да, значит, 2 дома мы успели сделать, мы их выбрали, потому что там была самая плачевная ситуация, и вот как бы на них сделали упор, мы и закрыли эти 2 дома. Однако у меня осталось еще 3 дома, и люди там также нуждаются в ремонте крыши, и они точно так же, как и другие. Ну, то есть как можно сделать выбор, кому важнее, а кому нет? Ну, такой же выбор, ну, делать некорректно. Всем нужно успеть починить, тем более, что мы имели на это средства и имеем на это материал. Проблема в том, что ЖЭК, как заказчик, не может обеспечить работу и проконтролировать работу подрядной организации. То есть они обязаны организовать рабочий процесс и контролировать его выполнение. Я столкнулся с такой ситуацией, что я и мой помощник, мы практически живем на этих крышах. Мы же лично контролируем проведение этих работ. Значит, и столкнулись вот с такой проблемой, что с прошлой среды, значит, у нас, ну, до вчерашнего дня подрядчик не выходил на работу вообще. То есть телефоны отключены, связаться ни с кем нельзя. И все, что делать? Особенно если учесть, что, значит, в среду они сняли слой крыши, разобрали там, где были дыры, мы делаем поточный ремонт, к сожалению, на капитальный ремонт в этом году средства предусмотреть у нас не получилось, но на следующий год я подал уже свои заявления касательно этих домов, то там, где необходимо сделать капитальный ремонт, таких домов у меня 4. Вот. Ну и, значит, разобрали крышу, и никто ее не делает. То есть, когда я обращаюсь, руководитель, начальник ЖЭКа, сейчас, ЖКП «Пивдень» сейчас находится в командировке, значит, я обращаюсь к заместителю, а заместитель говорит, я не знаю, там все работают, а по факту там никого нет. И вот меня вот, в частности, беспокоит этот вопрос, потому что мы получим, а, неиспользование наших средств, и, б, останемся с теми же проблемами, которые у нас были и до этого. Хотя задача же была поставлена четко, заранее, и мы знали, что нам предстоит делать, понимали объем работы. Я не понимаю, если честно, почему. Что говорит по этому поводу департамент жилищно-коммунального хозяйства? Департамент... Профильный заместитель Николаевского городского головы. Значит, я вчера... Который, очевидно, и, собственно, и депутатам будет предложено проголосовать за то, чтобы он и дальше, очевидно, так складывается впечатление, чтобы он и дальше работал на этой должности. Мы же сейчас по итогу года будем видеть уже результат этой работы. Я думаю, каждый депутат сделает свои выводы, потому что все мы, ну, многие из нас выходят и работают прямо в округе, непосредственно в поле, как говорится. То есть мы видим плоды работы каждого чиновника на своем собственном
округе. Поэтому департамент ЖКХ я поставил вчера в известность начальника департамента ЖКХ Андрея Николаевича Полько, и он мне, значит, пообещал в ситуации разобраться. Ну, сегодня мы видим, что погода у нас не позволяет проводить ремонтные работы, поэтому сегодня, естественно, там никто не работает. И надеюсь, что ситуация изменится, там погода чуть-чуть более-менее как-то устоится, чтобы закончить хотя бы этот дом, а его необходимо закончить в любом случае, потому что там уже начали работы проводить. Вот. Я искренне надеюсь, что вопрос этот урегулируется. Тем более, что основная задержка ремонта заключалась как раз именно в поиске подрядчика. Потому что ЖЭК меня уверял, что вот они хотят найти такого подрядчика, нашли, который выполнит работу грамотно, в срок и вовремя. Да, и как у нас всегда бывает, значит, нашли именно того, кого искали. Хорошо. Ну что ж, подводя итог разговору. Ну, собственно, как это правильно сказать? Это вот фактически годовщина вашей работы в качестве депутата городского совета. Как опыт приобретенный? Ведь вы же первый созыв депутата городского совета. Да, я первый созыв. Как опыт приобретенный в течение года? Год-то, в общем-то, такой непростой. Год очень тяжелый. На самом деле, мне пришлось вникать в очень многие вопросы, в которые я никогда ранее не вникал. И, в общем-то, я сейчас знакомлюсь с такими процессами, о которых даже не представлял. То есть, депутат, честно говоря, который, вот, по моему мнению, который действительно там пытается работать и прикладывает к этому усилия, там приходится разбираться в очень многих вещах. То есть, это надо понимать, и как работает канализация, и как делается крыша. И, ну, то есть, в очень огромном количестве вещей, это тонны документов. Но я вам хочу сказать, что оптимизм у меня присутствует. Многие вопросы, которые, ну, задачи, которые я лично перед собой ставил, мной достигнуты. Я вижу понимание своих коллег. Я очень доволен командой, в которой я работаю. Ну, я думаю, что я настроен, так сказать, решительно и оптимистично. И думаю, что следующий год мы начнем с имеющимся багажом опыта и будем ставить уже более такие значимые задачи. Уверен, мы будем их решать и добиваться, так сказать, улучшения качества жизни. Николаевцев. Николаевцев. Артем Грозов, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії «Опозиційний блок», був нашим гостем та відповідав наші питання. Дякую, найкращих успіхів. Спасибо. До побачення.